Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такие конфетки Конти Золотая Лилия со вкусом шоколада. Вот так они выглядят, интересно. Вот, покупала их в фикс прайсе за 55 рублей. Вот, и давайте посмотрим с той стороны. К сожалению, они хрустят очень, такие вот, такая упаковка. Вот здесь 200 грамм, состав довольно, тут он до сюда довольно большой. И какие еще? Есть еще классическая со вкусом абрикоса, со вкусом баттерскотч, не знаю даже, что это такое, и с цельным орехом. Не знаю, напишите в комментариях, что такое баттерскотч. По-моему, я уже где-то что-то пробовала. Отрезать я буду снизу. Так, да, давайте с вами посчитаем по традиции. Чтобы сильно вам не хрустеть. Вот. Эту упаковку мы уберем пока. Уж очень больно она такая хрустящая. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 21 штучка здесь у нас. Так вот они блестят. По ощущениям, знаете, кажется, как будто их не особо хотели завернуть, как-то вот плохо вот это вот завернуто. Здесь где-то вот это вот плохо. Ну, как-то они некрасиво они завернуты. Ну, ладно. Так, давайте попробуем. Сейчас возьмем наше блюдце. Ножичек. И откроем. Без ГМО. Сразу прям тут зелененькая такая. Так, на вид она напоминает мне конфетки, господи, забыл, как они называются. Какие-то со сгущенкой такие посерединке, не помню как. Мне кажется, кстати, это что это похожее. Как на ириски такие. Ну вот они, смотрите, внутри. Внутри, да, что-то типа, ну, похоже на ириски. А в конце будет обязательно эта фотография, как конфетка выглядит внутри. Так что не переживайте, если не рассмотрели. И давайте их попробуем. Такая мягкая, ну да, она как мягкая ириска с шоколадом внутри. Вкусная. Да, напоминает она, господи, как же она называется, не помню, как называется, я в комментариях напишу, посмотрю в магазине, поищу название. Наверное, мы, в принципе, наверное, поняли по виду, по фотографии, что она похожа. Сейчас я еще попробую целую. Но она действительно прям такая, знаете, ириской. И ее прожевываешь, она еще вдобавок остается там на небе. А еще вдобавок растягивается, такая длинная, мощная. Ее, наверное, кушаю только вместе с чаем. Вот. Здесь вот даже, батюшки, тут даже она выбежала. Убежать пыталась. Мягенькая.
не приторно сладкое, просто сладкое, в меру. Тепленькая. Ее так, знаете, очень приятно кушать. Она вот именно вот неприторная. Многие конфеты бывают прям приторно сладкие, и потом больше не хочется. Здесь мне нравится, вкусная. Ну вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, нравятся ли вам такие конфетки, каких вкусов вам нравится. И всем пока-пока.